Привет! Вы на канале Маленькие Леди. Сегодня я вам покажу наш листер. Я покажу, как мы сегодня в него будем играть. Вот и наш комик. Листер. Машенька, ты будешь играть? Машенька у нас высказывает свой протест. Маш, давай играть будем. Будешь ручки и ножки ставить на кружочки. Будешь? Не дашь. Не дашь. Вот у нас такое табло есть, которым крутишь вот так стрелочку. Будешь играть? Давай. Ой, куда там, кстати, черный. Пожалуйста, отойди, я еще подвину. Опа. А кто будет крутить? Я буду крутить. Ой, я там буду садить. Садись туда. Вот так вот ножку его туда вниз. И мама скажет, куда ножки ставить. Итак, сейчас мы будем играть. Я вот тут как-то ваши, так... Я с ним вообще держу победу. Побежу, побегу. Итак, левая рука на зеленый. Машенька, ставь фигурку на зеленый. Нет, ставь. Левая нога на желтый. Вот Машенька стала на желтый. Молодец, Машенька. Правая нога на синий. Вот так. Правая рука на зеленый. Так, где наш... Маша уже проиграла. Левая нога на синий. Маша посадила свою попу на желтый. У нас такого... Задания, конечно, нету на этом табло. Так, правая рука на зеленый. Левая нога на красный. А, кстати, вы мне сказали, правую? Все знают правила, я думаю, в этом твистере. Левая нога на желтый. Левая, ой, левая. Пусть я скажу одно. Так, что тут у нас? У нас игра заключается в том... Правая нога на зеленый. У нас игра заключается в том, у нас, в том, что нужно дойти вот так вот до конца. И нужно не упасть. Так, крутим, крутим. И получаем левая рука на желтый. Крутим, крутим. Левая нога на желтый. Правая рука на синий. Правая рука на синий. А, все, так, не будет спать. Ну что, все еще. Опять правая рука на синий. Левая нога на красный. А, есть, мам, я еще не растягиваюсь. А сейчас ну, правая нога на зеленый. Я, конечно, очень интересно кручу его. Правая рука на зеленый. Правая рука на зеленый. А. Надо сейчас куда-то нам левую руку отправить. Ой, я сейчас сделаю белорусскую штуку. Правая нога на красный. Правая нога на красный. Левая рука на желтый. Левая рука.
Ты хочешь крутить? Да. Правая нога на зеленый. Правая нога на зеленый. Так, крутит Маша. Браво. Так, Машенька, остановись где-нибудь. Подожди, покажи мне, куда ты стрелочку поставила. Это у нас левая рука на синий. Теперь что мы будем делать? Остановись, покажи. Подожди, Машенька, на... Стой, Машенька. Остановись, подожди, остановись. Маша, остановись! Так. Я уже стоять не могу. Правая нога на синий там была. Иди уже к выходу. Так, Машенька. Так, левая рука на красный была. Что, мама? А почему ты ее вперед не ставишь? Давай, Машенька. Потому что я не могу. Левая нога на зеленый. Ой, Маша, руку какую-нибудь. Маша. Левая рука на... Маша, снизь. Правая рука на синий, допустим. Там было так, что стрелочка. Правая рука на красный. Ой, ну что было? Рука, какая на синий? Ой-ой-ой, правая рука на синий там. Значит, я буду сейчас придумывать. А вот так правая рука на желтый. Ставь правую руку на желтый. Левую руку ставь на красный. И еще красный и желтый. Ну, можно сказать, что Настя у нас победила. Она я победила. Выиграла у самой себя. А я победила. И Маша победила. Все победили. Как там? Ну просто. О, вот, вот. Ну, ой. Кусаться. Ну что ж, говорите пока, раз вы уже... Машенька, не кусай Настю. Маша, ты вампир. Так, говорите пока. Все, ребята, пока. Подписывайтесь на наш сумасшедший канал. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.